как это приятно, как это хорошо. И из этих 45 выставок, в принципе, 26 лет мы с Волжанкой, с Экспо-дизайном. И надеюсь, еще отойдемся. Мы еще будем долго, да? Потому что охота и рыболовство на Руси – это очень хорошая вещь такая. Мы очень рады вас видеть. Мы для вас стараемся. Пожалуйста, вот я сказал, что Волжанке в этом году 30 лет. Мы вместе с Экспо-дизайном приготовили очень много всяких призов, сюрпризов, подарков. Пожалуйста, приходите, участвуйте, выигрывайте, да? Главный приз – платформа. Вот. Поэтому мы ждем. Спасибо большое, что вы приходите, что вы ведете здоровый образ жизни. Спасибо. Дорогая Волжанка, ну, что такое 30 лет? Это самый расцвет, это самая сила, это самая мощь, это самые рекорды. Я знаете, что хочу вам пожелать? Поскольку для меня, ну, как для очень хорошего любителя, лучше Волжанки ничего нет. Это доказывают мои там, все рыболовные туры, которые у меня есть. Я вам вот что пожелаю. Я хочу вам пожелать, чтобы вот логотип Волжанки был вот наравне с Феррари, Бентли, я не знаю, там еще что-то, там Майбаха и так далее. И вот среди них, чтобы была Волжанка. Потому что вы выходите уже на мировой уровень, вы покоряете мировой рынок, мировые соревнования. Дай Бог вам всего. Спасибо вам и с юбилеем. Дорогие ребята, я хочу поздравить вас, всех участников Великой Волжанки, с 30-летием. И понимаю, что вы уже вышли на мировые бренды, на мировой рынок и являетесь реальным конкурентом самых лучших мировых фирм. Поэтому дай Бог еще вперед, еще 100, 150, 200, 200 лет вам жизни. И развивайтесь. И с юбилеем вас! Поздравляю Волжанку с 30-летием. Желаю процветания и долгих лет, и хорошего клёва. Ну что, поздравляю с 30-летним юбилеем. Желаю ни хвоста, ни чешуи. Растете, это же круто. Столько нового. И все так качественно, все так здорово. В ногу со временем, как говорится. Так что так держать, молодцы. Держите марку. И вперед, поддержим отечественного производителя. С юбилеем!